И снова всем здравствуйте. У нас третья часть видео про гекконов. Вот сегодня вот ток-ток залезла заглянуть, как там яйца, и увидела, что яйцо опять треснуло. Ну, кусок там, короче. Куска яйца нету, значит, кто-то из него выбрался. Дырка в яйце. Сейчас буду смотреть. Вот, убираю это. Марлевую повязочку. Как всегда, кошки. Кошки пришли участвовать в процессе. Что? В общем, вот такой вот малыш. Вон яйцо его с дыркой. Такой малыш вообще какой-то белый-белый. Я его еле разглядела на этом. На перлите. Прям вообще белый. Ну, то есть розовый какой-то. Ну, прозрачный. Бледный. Совсем белесый. Ой, господи. Ножки-то скрючки, масенькие. Все-то у нас масенькое. Ой, дуралей. Ну, вижу, что он уже втянул этот желточный мешок. Там сейчас только пуповинка осталась. Она потихоньку тоже уйдет, отсохнет. Ну, она засохнет, не отсохнет. Вот. Потом что-то втянется, что-то отпадет. Такой хороший. Так, не могу я туда пролезть. Вот, прикрутила эту проволоку на такие штучки. Ну, это вот которые продают с рукавом для запекания. Там такие проволочки в обмотке. Очень удобно, что они не ржавеют от влаги. Вот наше яйцо. Что-то там еще какая-то жидкость внутри осталась. Предыдущее яйцо было сухое. Это мокренькое. Все, оно нам не надо. Такой малыш. Господи. Все видать. Все, вон родничок у него там на голове. Красненький. Мягенький еще. В общем, сейчас я его пересажу, потом покажу его в новом домике. Итак, вот малыш пересажен. Это вот фаунариум с самодельной перегородкой наш. Здесь у меня живет, которая самая первая родилась. Вон она уже какая большая. Мне кажется, что это она. Я ее она называю. Может быть, это он, конечно. Но очень по характеру похожа на зефирку, поэтому она. Это, я так понимаю, патернлис морфа. Она уже такая немножко вон на спинке оранжевенькая становится. С точками. Она достаточно крупная уже. Я туда руку не буду засовывать, потому что очень маленькое пространство. Вы все равно ничего не увидите. Вот. И тут вот через перегородку вот этот вот головастик розовый, которого я только что пересадила. Какой-то совсем непонятный. Червячок. Бледненький червячок. Такой вот. Сейчас я ему тоже сделаю поилочку, поставлю. И домик вот такой надо вырезать. Очень эти домики хорошо зашли. Из этих тарелочек одноразовых. Так, и вот тут второй сидит отдельно. Он у меня очень проблемный. Ест через пень-колоду. Первых сверчков мне пришлось ему из рук давать. Я как-нибудь засниму ролик, расскажу, как кормить таких сложных чувачков. Просто это нужно целый ролик этому уделить, чтобы все в подробностях. Ой, тут ничего не видно. Чтобы все в подробностях изложить. Но как-нибудь я засниму. Вот, сейчас у меня просто нет на это сил, я немножко приболела. Но про малыша решила вам заснять, вот про того, про третьего.
так как обещала. Ну и ждут. Люди писали мне в комментариях, что ждут 3-го. В общем, вот. Это вот второй проблемный едок. Очень плохо кушает. Но главное, чтобы кушал. Хоть через пень-колоду, но кушал. Вот. Сейчас поставлю вот его домик. Вот тут он живет. Тоже у него такая мисочка-поилочка. Тут эти два кренделя. Там термоковрик внизу длинный, как раз вот по длине этого фонариума. А здесь у него маленький. Вот термоковрик квадратный. Что-то он лежит сосиской розовой. Ничего не делает. Сосися, Андрей. Ну, совсем пришелец какой-то. Глаза черные, круглые. Сам весь прозрачный. Дурак дураком, но хороший. Хороший мелкий дурак. Куда ползет? Сто это? Кто это? Кто это у нас такой? Что это за молда? Минка, ну что тебе? Иди отсюда. Мина. Кошка пристает. И тоже любопытно, что я тут рассматриваю. Но ей я не буду показывать, то тут. Ищет, ищет. Что тут есть? Что почем? Это у него еще кусочек перлита прилип. Пуповине, но я потом уберу. Сейчас пугается очень сильно. Пускай пока обсыхает. Пошел разведывать обстановку. Как тут что устроено? Червячок. Вот, все, это было 3-е яйцо. Инкубатор сейчас демонтируем. Такие у нас пироги. Ну, на этом, пожалуй, все. Ждите других роликов. Буду снимать о том, как они кушают и растут, и линяют, рассказывать, показывать. Вот. На этом все. И всем привет от гекконов.